Жалобы местных жителей, предписание ГИБДД – все это в прошлом. В Самаре отремонтировали Ташкентскую на средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги». За полторы недели обновили участок от Старозагоры до Черемшанской. Его длина – 2 километра, площадь – 16 тысяч квадратных метров. Всего в Самаре планировалось отремонтировать большими картами около 40 городских улиц. На это выделили почти 374 миллиона рублей. Но благодаря грамотному планированию этих средств хватило на то, чтобы отремонтировать дополнительно еще несколько улиц, каких именно решили, исходя из обращений жителей. При этом на качестве дорожного полотна не экономили. В рамках программы ПКАД нашли дополнительное финансирование, с помощью которого было выполнено еще дополнительно 11 объектов. То есть в настоящее время по программе ПКАД выполнено 51 объект на общую протяженность 50 километров. В дополнительный список вошла и улица Ташкентская. Она давно нуждалась в обновлении. Дорожное покрытие было разбито, просили колодцы. При этом здесь плотный автомобильный трафик, ходит общественный транспорт. Ремонт участка от Старозагоры до Черемшанской вели ночью, чтобы не мешать движению транспорта и выполнить работы за короткий срок. Колодцы монтировались на одном уровне с дорогой. Ремонт велся от борта до борта. Производится фрезерование покрытия от борта до борта. Потом очистка основания от грязи, пыли, установка люков инженерных систем в проектную отметку, розлив битумных вяжущих и укладка асфальта бетона. То, что будет ровно дороги, ходовка не будет ушатываться. Ну, яму ухаба. Сейчас сделают, будет нормально. Приятно ехать. Гарантия на весь отремонтированный участок Ташкентской 2 года. За работой подрядчика велся постоянный контроль. Сейчас у заказчика к нему претензий нет. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Константин Головин. События.